Если хочешь быть здоров, выбирай здоровый образ жизни. А это отказ от вредных привычек, правильное питание и, конечно же, занятия спортом. В День здоровья в Щелковском колледже в Первом Советском переулке прошла акция «Молодежь за ЗОЖ». Центр-навигатор провел для студентов спортивную тренировку. И стоит отметить, большинство ребят оказались весьма выносливыми. Видимо, не впервые студентам выполнять такие упражнения, что, впрочем, неудивительно. Активный образ жизни ведут многие из них. И, как признаются сами, вредным привычкам предпочитают занятия спортом. Футбол, баскетбол, волейбол. Если нет денег на спортзал, можно делать упражнения дома. Или бегать на улице. При том, что ты тратишь много денег на сигареты и алкогольные напитки. Это минус твоему бюджету. Впрочем, страдает не только бюджет, но и здоровье, которое одно. Такого допускать нельзя, а потому важно как можно чаще напоминать, что всему вредному есть здоровая альтернатива, от которой положительных эмоций гораздо больше, чем от выкуренной сигареты, к примеру. Сегодняшняя акция «Молодежь за ЗОЖ» проходит в форме зарядки. Вот это уже шестая акция. Мы традиционно проводим осенью и весной. Мы понимаем, что ребята действительно ведут здоровый образ жизни, правильно питаются, и уже вредные привычки уходят на второй план. А вот такие формы работы им нравятся. Они получают удовольствие, плюс хорошая физическая форма. Ну и, конечно, положительные результаты, это видно сразу. После тренировки самые активные и выносливые получили не только заряд бодрости, но и бонусы в виде призов от центра «Навигатор». Затем ребята приступили к выполнению спортивных нормативов – подтягиваниям, отжиманиям, прыжкам в длину и многим другим. Анна Бальет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.